Капитан, ты видишь, я тут это, не даю к Атлантическому берегу Франции прорваться советом, а ты мне тут... Ты же диверсант, ты подстриот. Я вижу тебя насквозь. Сейчас ты будешь орать о том, что я советских солдат убиваю, да? Окей, давайте сохранимся. Мы уничтожили только что несколько единиц противника без всяких потерь. И надо суперчинок вызывать, но не для арты, как предполагалось, а для леопардов. Пожалуй, да. Пока что надо выгнать кота. Сейчас я это сделаю. Так, вроде кота я спать уложил. Прямо здесь, сейчас. Поэтому можно, я думаю, заказать чинук. Супер чинук. У американцев все супер вообще. Не бывает у них просто. У них супер першинг, супер чинук. Супер барак. Супер Обама. И тому подобное. Супер Никсон, блин. Сейчас посмотрим, что здесь творится. Бум. Ну что, полетим на разведку, посмотрим, есть ли там что-нибудь еще. Скорее всего, только штабная машина и была. Да, видимо, так оно и есть. Отлично. Отлично. Давайте зарядимся. Потому что эти вертолеты опять-таки нужны нам для того, чтобы... захватить холм многострадальный. Никто лучше их этот холм не разведает. Так, здесь потихоньку все чинится. И два леопарда просто сжирают вообще все абсолютно на свое обслуживание. Курс-то он немного требует. А вот два леопарда, весь суперчинук, все, просто под ноль. Офигеть. Офигеть, просто в ноль. Хватит ли вообще? Сейчас. Заряда вертолета. Не хватит. Давайте его сюда. Так, еще раз сохранимся. 52. И посылаем эти вертолеты сюда. Так, а я сюда еще Леопард 2 один вызывал. Не помню зачем. Давайте пошлем его сюда. Мне сейчас по-хорошему нужна система реактивного залпового огня. Но у меня такого нету. Ну, вот, типа града или что-нибудь типа того. Здесь зарядим чинук, потому что здесь никого нету, насколько я понимаю. Такс. Сохраняемся. Потому что я не хочу 500 раз туда-сюда лететь, отдавать эти приказы. Начинать будем с этой точки. В случае провала. А я уверен, в случае провала. Больше, чем полностью. Там эти ВДВшники, если бы их не было, блин. Здесь опять интересная ситуация. Что это вообще такое?
Так, вот эти вот можем БТР выцепить, кстати, если они сейчас не отъедут. Они отъехали, черт. Караулим. Попытаемся покараулить. Ага. Понятно. Тогда вабы посылаем. Вабы. С вертолета базу не захватишь. Интересно, почему? Может быть, там кто-нибудь прячется? Так, ждем, пока эти БТРы вернутся. А здесь пока тем временем посылаем вперед леопарды. Так, а их можно объединить? Я забыл. Вроде можно было их объединять. А может быть и нет. Я уже не помню. Окей, неважно. Важно, что будет сейчас. Ромео захвачено противником? Что за? Простите. Так, один линкс потеряли. Недопустимая потеря. Ромео захвачено противником. Это где вообще? Где эта точка Ромео вообще находится? Что-то я забыл. Это не та, с которой они могут высадиться. Это леопард сюда. Где Ромео? Индия. Виски. Чарли. Индия. Кило. Виктор. Виски. Сьерра. А, во, Ромео. Так, посылаем сюда это. Посылаем сюда вабы. Я что, леопард потерял? Просто зашибенски. Второй леопард сдох от уазиков. Так, что ли? Это выглядит. Интересно. Загружаемся. Так, там не только УАЗики. Ой, там много чего, кстати говоря. Это БМПшки. Сейчас здесь можем убрать, да. Минус один БТР. Минус второй БТР. Там, конечно, еще есть БТРы. Какие-то, наверное, поперлись, потому что я на Ромео поперся. Вот эти вот БМПшки. Надо сохраниться, посмотреть, куда они и почем они вообще идут. Зачем они там нужны. Котяра, чё ты маешься? Давай отсюда. Тю-тю. Сохраняемся. Продолжаем. Леопард 2 доехал. Что дальше? Меня беспокоит Ромео. Что там сейчас будет? Может быть, отсечем Кило?
Потому что оттуда именно идут все эти дрянь вся эта. Не знаю, насколько оттуда, не оттуда, но... По крайней мере, с той стороны. Это может быть из Виктора, это может быть откуда угодно, но... Так, все понятно. Улетаем отсюда быстрее. Это, кстати, штабная машина. Надо ее захватить. Точнее, уничтожить, а не захватить. Так, я, насколько понимаю, они отсюда ушли. С точки Майк. Либо я вообще ничего не понимаю, и у них все-таки есть подкрепление. Три вторых леопарда, интересно, справится с нагрузкой. Эта машина поехала убивать мочинук тупо. По-моему. Или я вообще не понимаю, куда она поехала. Так, Фомасников спрячем сюда. Вот сюда даже. Пускай потихоньку там ходит. Подлечится как раз. А это зараза поехала то ли на Сьерру, то ли на юниформ. Представляете, если она сейчас захватит что-нибудь? Вот и, если она юниформ захватит. Давайте, 350 километров, покажите им. Если она сейчас захватит юниформ, а они закажутся, то это будет кранты. Она ведь туда и поехала, скорее всего. Что там опять? Бэтры, что ли, съехали с горочки? Как меня заколебали травить этими УАЗами с АГСами. Так, здесь мы это все разберем. Здесь мы разобрали тачку. Хорошо. Линк сюда. Господи, откуда их прется столько? Вообще реально непонятно. Читеры! О, прям сюда летит. Попала, тварь. Захвачена передовая база противника. Это хорошо. Здесь мы захватили ее. Точка Новембр захвачена противником. Они снова поперли, гады. Так, Юпитер у меня отняли. Где точка Новембр? Господи, Новембр захватывают. И что мне с этим делать? Птуры поперли. Ну, я не знаю. Но он читерит, он снова может заказываться без всяких... Без всяких точек.